Всем здорово, народ, с вами Рэпер Трейдер, и сегодня мы будем торговать по беспроигрышной стратегии. Конечно же, это скальпинг. Будем торговать на лайткоине. Вот для вас нарисовал линию поддержки, и от нее мы будем отталкиваться. Вот, видите, давайте сейчас... Вот, дожидаемся повышения. И вот здесь на 20-ку, на 20 евро мы заходим на понижение. Так, давайте я вам нарисую еще верхний уровень. Где-то вот-вот. Ну, давайте вот здесь. Итак, о чем мы поговорим? Видите, я поставил на одну секунду. Почему я поставил на одну секунду? Потому что, чтобы видеть все нюансы этого графика. Потому что мы торгуем на минутных сделках мы торгуем. Вот с этой точки, например, да, вы же не можете зайти там на 3 минуты. Понятно, что мы заходим на одну минуту только. На 3 минуты этот график может опять вернуться вверх. Только на одну минуту ставить, и вот здесь тоже только на одну минуту ставить, потому что мы торгуем на минутном скальпинге. Итак, у нас сейчас сделка может не зайти. Все отлично, сделка заходит. Видите, вот какие вот могут быть ситуации, то, что сделка может не зайти. Вот почему я захожу от 20 евро. Потому что, народ, может быть всякое, просто мне задают вопрос. У тебя такой большой баланс, да? Почему ты сотки не захочешь? Почему ты там торгуешь двадцатки, да? Вот из-за этих ситуаций. Как вот прошлая ситуация у нас была. Например, в одной сделке там у нас нам не повезло. В третьей. Третья сделка это уже 50 евро. Вторая сделка. Третья сделка там уже, например, 150 евро. И мы уже влетаем на 250 евро. Так что, народ, вот... Почему у меня столько денег? Вот почему я никогда не сливаюсь. Потому что я играю с умом. Также не забываем, народ, ставить лимиты. Так, так, приближается. Отлично, вот здесь заходим на повышение. Так, думаю, здесь ничего объяснять не нужно. Вы все видите, почему я зашел на повышение. Также задают вопросы, да, в какое время лучше торговать, когда вот особенно этот скальпинг. Народ, скальпинг может быть всегда, флеты может быть всегда, в любое время. Они могут быть в обед, ночью, вечером, утром, когда захотите. Их просто, народ, нужно ловить. Конечно же, в ночное время волатильность рынка падает, и флета намного больше, например, чем в обед. В обед, например, идут тренды. Но самое главное, народ, это найти эту ситуацию и по ней уже зарабатывать. Так что вы этот флэт можете найти и днем, и ночью, когда захотите. Главное, народ, не торгуйте в неподходящее время. Это вот самое важное. Вот. Отлично, сделка зашла. У нас опять идет просадка, и вот здесь опять можем зайти на повышение. Еще подождем. Давайте здесь заходим. Всегда торгуйте, если видите ситуацию. Еще раз вам повторяю. Никогда не торгуйте по цвету свечи. Например, как некоторые там трейдеры у нас знаменитые торгуют по цвету свечи. Это, народ, казино. Если вы не знаете, почему вы зашли в эту сделку, потому что следующая свечка была красная, так это народ, не торговля. Все отлично. Цена идет в коридоре. Третья сделка заканчивается, закрывается. Закрывается в плюс. Давайте сделаю еще одну сделку. Вот здесь можно зайти. А, уже не успел. Не успели, народ, пропускаем. Пропускаем, не заходим, лишь бы зайти.
Еще вам скажу такой момент, то что вот не бывает таких идеальных ситуаций. Видите, сейчас пока идет все у нас отлично. Ну, конечно, вон, видите, внизу была просадка. Но сейчас пока реально очень шикарно идет флэт. Но никогда не бывает идеальных. То есть вы должны приспосабливаться к графику. Сейчас он может пробить, сейчас может быть уйти намного ниже. Вот здесь давайте заходим на понижение. Угу. Так, пошло пробитие, ждем, ждем. Давайте здесь зайдем. И здесь давайте еще возьмем догон. Все, отлично, зашли. Так, видите, да, ситуацию? Немного пробила линию, которую я нарисовал. Но, народ, все эти линии, это вы должны понимать, это все условно. Так, ну все идет шикарно, график опускается. В будущем, народ, вы сможете торговать без этих линий. Я эти линии рисую для вас. Я мог бы торговать без этого, но просто есть такие же кадры, которые говорят, ты торгуешь как попало. Ты входишь в сделки необоснованно. Необоснованно входят в сделки те, кто торгует по цвету свечи, народ. Так что думайте своей головой. Я вот эти линии реально для вас нарисовал. В будущем, когда вы сможете уже читать график, читать рынок, вы сможете зарабатывать. Итак, вот такая вот торговля. Заработали сколько мы? Больше 67 евро. С вами был Рэпер Трейдер. Подписываемся. Всем шикарной торговли. Всем пока.